was out getting a tree while my sister and me are writing verses and rhymes. Расступись, честной народ, хватит на всех места. Любо-дорого смотреть, сватают невесту. Дарья ты душа, Дарья хороша. Шо, костюм чудотворный делается, ну вы посмотрите. Привет, всем привет, меня зовут Лена Райтман и добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны и стали частью нашей огромной 6-миллионной семьи, то скорее подписывайся, потому что мы тебя ждем. И потому что в декабре я создам максимально классную новогоднюю атмосферу для вас. Кстати, как вам мой трейлер? Моя заставка новогодняя. Очень надеюсь, что вы ее заценили, что она вам понравилась, потому что я старалась, и да, в этом году мне почему-то захотелось сделать все в тематике Гринча. То есть, если вы заметите, баннер на канале, кстати, появился новый баннер, представляете себе? Также календарь, также сама заставка новогодняя, все это в Гринче. Вот что-то вот глюкануло меня, понимаете? Обязательно подписывайся на мой телеграм-канал для того, чтобы посмотреть фотографии и больше эксклюзивного контента. Поскольку это первое новогоднее видео в декабре, то будет много информации в начале, особенно что касается Райтман боксов. Новогодних Райтман боксов будет 10 штук. И подарки там такие, что мама не горюй. В течение всего декабря в каждом моем ролике рандомно, хоть в середине, хоть в конце, где угодно, я буду показывать, что войдет в Райтман бокс. Так что только те, кто смотрит видео от начала до конца, увидят подарки. Смотрите сегодняшнее видео до конца, и тогда увидите первый подарок. Я сегодня Василиса прекрасная, Василиса чудесная, Василиса красивая. Буду сниматься со своим бывшим. Василисочка, ты передумала и решила выйти за меня? Какой черт ты мне нужен, старый? Я здесь для того, чтобы найти нормального мужика. Лучше поздоровайся со зрителями. Приветствую вас, дамы и господа. Я Кощей, Кощей Бессмертный. Мне нужна невеста, готов похитить тебя. Да, кадрить девушек он умеет. Сегодня я такая вот Василиса прекрасная, наделала уже кучу классных фотографий для сайта знакомств, чтобы найти себе достойного царевича. С Ванькой у нас там не задалось. Этот Иван-царевич вечно по горам, по кустам, по лесам ползает. Мне уже надоело, сточертело. Как бы мужика нужно дома видеть. Да и в последний раз они с Кощеем виделись. И Кощей что-то там с ним сделал, превратил его. То ли у Ивана дурака, то ли козленочка. Честно, я не знаю. Как-то любовь прошла, завяли помидоры, я ищу новую любовь. Я пытался много раз настроить свою личную жизнь. Похищал девушек. Это все, что я делал. Короче говоря, решил действовать другим методом. Зарегистрироваться на сайте знакомств и найти молодую, красивую царевну себе. На аватарку я не поскупился и сделал ее просто великолепной. Но кто пройдет мимо такого мужчины? Еще и Кощея Бессмертного. Ты бы хотя бы фильтр какой-нибудь омоложения... сглаживание. Да хоть какой-нибудь фильтрик наложила, то смотреть страшно. Не то, что я такая красавица, Василисочка прекрасная. У меня-то поклонников, сколько будет. Ах, вот значит ты какая. Так стань же ты лягушкой! Нет. Лето крыса кощеевская. А я теперь даже не знаю, какая у меня аватарка будет. И кто вообще на меня поведется. Наверное, молодец с добрым сердцем и душой, который захочет спасти меня и вырвать из лап этого мерзкого Кощея. Ну, раз теперь я выгляжу так, то и аватарка у меня вот такая вот. Если пугать, так пугать, товарищи, по полной. Ну что, Кощей, кто из нас первый начнет? Давай на камень-ножницы-бумага. Давай. У меня 4 их. Твои проблемы. Я только камень могу сделать. И бумагу. О! Да ты, блин. Я победил. Посмотрю на ту дуру, которая с тобой встречаться будет. Да и пофиг мне, что ты победил. Да, мам? И рептилиям нужно уступать.
Не знаю, как там дела у Кощея, но я сомневаюсь, что сможет кого-то найти. Кто на него вообще клюнет? Ой, лапки я снимаю, потому что печатать мне будет неудобно. Здравствуй, добрый молодец. А че с тобой? Бывший со мной приключился. Давно без любви сидела. Неудивительно. Но твоя любовь способна меня исцелить. Ведь поцелуй истинной любви сможет меня вновь сделать Василисой прекрасной. Ква! Тогда я не смогу квакать. Так что буду надоедать вам сейчас, пока могу. Тебя только хирург способен исцелить. Поцелуй! Какой хирург? Если ты поцелуешь меня, то я стану прекрасной принцессой, и мы будем жить долго и счастливо. Ты-то, конечно, будешь счастлива, что на тебя какой-то лошок повелся. Лошка мне не надо, лошок у меня уже был. Мой спаситель, расскажи о себе. Давай сразу, не тратя время. Прикольно, что ты не унываешь и типа пытаешься через юмор подкатить к парням. Да только мне это не надо. Ты вызываешь у меня не желание познакомиться, а желание блевануть. Ты чё, ква-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 
подбородков 10 насчитал. Я старалась. Ты на жабу похожа. Какую жабу? Я лягушка. Одна хрень. Кто тебя любить будет, если ты себя не любишь? Я вообще себя люблю. Если бы я себя не любила, я бы так уверенно не квакала, в конце концов. Я очень умная, мудрая, добрая девушка. Каждое утро я прихожу в лес собирать цветы. Мне помогают белочки. Белочка тебе точно помогает. Ну да. Я спрашиваю у Белочки, как дела в лесу? Она рассказывает мне о последних новостях. Поехала ты, мать. Куда? В Коробчонке, к тебе. Значит, ты берешь меня в жены? Нет. Я лишь о том, что твоя Коробчонка однозначно едет в сторону. Он действительно думает, что я лягушка. Пора ему признаться, что на самом деле я прекрасная девушка. Я могу рассказать тебе свою историю. Я Василиса Прекрасная. Василиса, ты не прекрасная. Не смей так говорить, я прекрасная. Я настолько прекрасная, что Кощей захотел сделать меня своей женой, а я ему отказала, и за это он не превратился. Превратил в лягушку. Да, Кощей? Ну да. А я о чем? Я прекрасная. И неудивительно, что я понравилась одному злодею. Я не хотела с ним быть. Тогда он похитил меня, чтобы я стала его женой. Если какой-то бедолага захотел на тебе жениться, то соглашайся. Второго шанса не будет. Он похитил, говорит. Вот ты теперь в гостях у меня, Василиса Прекрасная. Нормальный, нет? Нет. Какая ты прекрасная. Я про то, что в гости по своей воле ходят. Он очень богатый. Стал показывать, сколько у него золота, денег, какой у него огромный дворец. Верю, верю. Ну, хоть веришь мне. Я тебе правду говорю. Богатый терпила, клюнул на тебя, конечно, верю. Так он реально клюнул, но не терпила оказался. Это правда. Он достал огромный камень адамант и сказал, что подарит его мне, когда я за него замуж выйду. Погоди, я за чипсами и пивом. Комаров не прихвати. Я рассмеялась ему в лицо и сказала, за тебя-то? Замуж? Да ты на себя-то посмотри. Кто бы говорил, да? Что? Я Василиса Прекрасная говорю ему это. Тогда он превратил меня в это. В это тебя превратило. Переедание и фастфуд. Он дал мне 3 года и 3 дня. Сказал, может, ты поумнеешь, а пока ступай в свое болото. Пацана судьба отводит. Уж от моего кулака, чтобы я его кулака не надрал, не отведет. И вот я встретила тебя. Коленька, возьми меня замуж. Боже упаси. Будь по-твоему, Коленька. Я найду другого. Только не пожалей об этом. Не пожалею. Ну что, настало время Кощея Бессмертного найти свою царевну. Давайте же начнем поиски. Здравствуй, юная красавица. Хочу просить вашу руку и сердце. У тебя такой смешной костюм. Вам пришлось по душе мое одеяние. Я что, знаю, какое у тебя одеяло? Кощей в ахере. Красавица, я пришел к тебе, чтобы увести тебя за 39 земель. Дай корону погонять. Эта корона передалась мне от моего отца, владыки тьмы. Теперь ее ношу я, ведь впредь владыка я. Владыка медного унитаза ты. Как и твой юмор. Посмеялись и хватит. И есть еще владыка медного унитаза? Я с таким владыкой не знаком. Скажи, где ты живешь, чтобы я мог тебя похитить? Не скажу. Будь по-твоему, красавица. Моя жар-птица вмиг домчит мне тебе. А что за марка? Какая такая марка? Марка машины какая? У меня есть моя верная птица. У тебя свой самолет? Дай порулить.
А рулить кем? Жар-птицей? Она огненная. Как ты рулить ей будешь? Ох же эти царевны. Огненная я. Увезу тебя, царевна, в свое царство. А в чем мем? Бусурманские слова подъехали. Что такое мем? Заморскими словами говоришь. Но ничего, когда я заберу тебя в свое царство, отучим от бусурманских словечек. Я не понимаю прикола. Я Кощей Бессмертный, а ты станешь моей невестой. Кощей? Да, слыхала обо мне? Нет, это имя такое. Она что, сказок не читала? Кощей Бессмертный я. Меня что, реально кто-то не знает? Впервые слышу. Ты вампир? Да черт с тобой, я Кощей. Бессмертный говоришь? Да, Кощей Бессмертный. Почему Бессмертный? Это фамилия. Потому что смерть моя находится на конце иглы. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц спрятан в ларце. Ларец висит в цепях на дубу, который растет на Черной горе. Ты запихнул утку в жопу зайца? А что такого? Так надо было. Давайте не будем вдумываться в мои слова, окей? А сейф уже не в моде. А чем тебе не сейф? Это и есть мой сейф. Жопа зайца не лучший сейф из всех возможных. А ты пробовала? Вот и не говори. Но с работой заяц отлично справляется. Скажи, ты станешь моей женой? Ну хоть поржу, плюс ты умеешь фаршировать. Я умею фаршировать, когда научился. А я люблю покушать, давай. Тогда тебе нужно идти к Еге, чтобы она тебя подготовила к свадьбе. Ега твоя мама? А не рано еще знакомиться с родителями? Я думала, мы просто пока повстречаемся, пока познакомимся. Ега не мать мне! И времени у нас не так много для знакомства и долгих посиделок. Я-то бессмертная, а вот ты нет. Так ты меня укусишь, я тоже бессмертной буду. Я не кусаюсь! Ну и зачем ты мне нужен? Как сложно с этими царевнами. Все, на пару столетий заканчиваю с поиском невесты. Всю энергию забрала. Превращу тебя, пожалуй, в жабу. Ты куда? Я же согласилась. Зато я нет. А как же Яга? Да ты даже не знаешь, кто это такая. Ты знаешь, что такая баба Яга? Нет. Бабушка какая-то? Твоя? Все, нам не о чем говорить. Давай, лягушка, лучше ты продолжай общение. Гоблин. Какой гоблин? Я Василиса Прекрасная. Ты прекрасная? А ты поцелуй меня и убедишься. Мой желудок эту проверку не выдержит. Можно вопрос? Во сколько я буду свободна? Нет, просто интересно. Вот ты заполнила анкету, написала о себе. Видно, что старательно заполняла. Фотографии сделала. Вопрос такой. Ты правда думаешь, что кто-то захочет с тобой знакомиться? Конечно, ведь я очень интересный человек. Ты думаешь, что с тобой захотят знакомиться, когда кругом такие девушки, что отвал башки? А я чем не отвал? Смотри, все отваливаются как. Я еще тот отвал. Но ведь ты захотел? Я не захотел. Но ты пишешь мне, мы общаемся. Потому что я добрый самаритянин. Захотел глаза тебе открыть. Открыть глаза на что? На то, что ты страшная. Это ты так считаешь? Поверь, так считает весь мужской пол. А почему мне должно быть не все равно? Потому что ты сидишь тут и хочешь нравиться мужчинам. Если бы я хотела кому-то нравиться, я бы реально себя так не уродовала. Ну, по факту. Я бы стеснялась бы выставить даже такие фотографии на сайт знакомств. А мне вообще глубоко по барабану. Я просто знаю, что это прикольно, интересно, и это создает новогоднее настроение. И ради смеха я готова это делать. Я спросила, почему ты думаешь, что я хочу нравиться мужчину, он пишет, потому что такова твоя природа. Ты должна следить за собой, чтобы не выглядеть так. Моя природа нравится мужчинам. Я поняла, записала. Почему я не могу так выглядеть? Чтобы нравиться мужчинам. Так а зачем мне им нравиться? Чтобы у тебя мужчина был. Так вакваун мне. А зачем мне мужчина? Ты ненормальная. И вопросы у тебя тупые. Главное, что у тебя ответы не тупые. Если бы меня поцеловал прекрасный принц, я бы изменилась. Так тебя целовать желания никакого у меня нет. А ты тут причем? Мне нужен принц, а не олень. Олень тот, кто тебя согласится целовать. Ну хорошо. Думаю, я скоро встречу этого оленя. Не мне тебя судить. Все, что у тебя остается, это пустые надежды. А зачем мне Надя остаются? Мне написала какая-то взрослая женщина. На кой черт она мне нужна? Я ищу молодую царевну. Здравствуйте. Приветствую тебя. Вроде взрослый мужик, а наряжаешься в костюмы. Какой костюм? Это мое одеяние. Ты псих, что ли? Вы как смеете разговаривать с владыкой царства мертвых? Нет, ты не псих. Сектант. Кто? Что за слова такие? Ну ничего, я жалобу уже направила, что тут сектанты сидят. Быстро прикроют вас.
А царю-батюшке жалобу написала? Ну, отправит он на поиски меня, Ивана-дурака. Ну и сгинет ваш Иван. Ты сгинешь, сектант! Я владыка тьмы, мне сотни лет! Какая-то бабка вообще лютая. Это. Сатанист! Херов, в церковь тебя надо, дурь выбивать. Я просто герой сказки детской. Что за херня? Что ты несешь? Говорить непонятными словами. Ведьма, что ли? Акстись, мужик. Смотри, чтоб в своей секте не подохни. Я бессмертный. Моя смерть находится на кончике иглы. Игла спрятана в яйце. Яйцо в утке, утка в зайце. А заяц в сундуке. А сундук прикован цепями к древнему дереву. Что это за матрешка? Какая матрешка? С какой целью вы хотели меня посетить? Что вообще надо, блин? Что прикопалось? Думала, найду мужчину себе. А тут тонко шито вот... Как ты, сектанты. Или как ты, истерички. С тобой знакомиться? Я ищу молодых невест тебе, а ты уже бабушка. Слышь ты, я хоть и женщина в возрасте, но такого хамства я не потерплю. Ой. Я твое яйцо-то разобью, и невеста тебе не понадобится. Хорошо, что мое яйцо находится в утке, а утка в жопе зайца. Не дотянет. Мое яйцо Иван-царевич не смог украсть, а ты и подавно. А зачем какому-то Ване твое яйцо? Спроси у Вани, зачем ему мое яйцо? Он хотел отправить на тот свет, но сам сгинул. Был царевич, а оказался дураком. Господи, прости, с чем я связалась? Иди ты со своим Иваном и яйцом нахрен. Вы прям леди конкретные. Ну давай, лягушка, может быть тебя кто-то да и полюбит. Наконец-то пришла моя очередь переписываться. Погнали? Здравствуй, мой прекрасный царевич. Здравствуй, принцесса лягушка. Беда случилась со мной, Алешенька. Какая беда? Злой Кощей похитил меня. Заставлял выйти за него. Я отказалась из прекрасной Василисы. Он превратил меня в лягушку. Да, вижу. Надо было на замужество соглашаться. Так как соглашаться-то, Алешенька? А я по любви хочу. Теперь ищу прекрасного принца, который спасет меня. А что нужно сделать? Нужно, чтобы прекрасный царевич поцеловал меня. И чары вмиг развеются. А где же ты царевича такого найдешь? Я тебе намекаю, а ты никак не поймешь. Я думала, ты, Алешенька, поможешь мне. Так я же не царевич. Что ты? Царевич еще какой? Богатырь. Хорошо, если это поможет. В смысле? Ты согласен, в смысле? Со мной? Ты согласен? Да. Уточню. Ты меня поцелуешь? Почему нет? Охренеть не встать. Целуй. Мужика нашла. Алеша, твой поцелуй развеял чары. Теперь я вдовь Василиса прекрасная. Это ты? Да. Красивая. С чувством юмора тоже огонь. Это судьба, Алешенька. Богатырь ты мой, царевич мой. Ты, кстати, единственный, кто согласился. Другие обсирали. Даже лягушка ты прикольная. Девочки, это любовь. Теперь мы будем жить долго и счастливо. Боюсь, моя девушка будет против. Чего? Девушка? Какая девушка? Мы с тобой на сайте знакомств познакомились. Ты о чем? Я тут ради дружбы. Дружить будем? После нашего поцелуя сказочного, который развеял все чары... Дружить? Нет уж, уволь. Я тут любовь ищу. А ты это? Девушке скажи своей, чтобы Елене Райтман написала. Кое-кто нарывается на проверочку. Угу. Кому? Просто передай. Она поймет, что к чему. Здрасте, приехали. Мне царевич нужен, а не колобок, с которым можно дружить. А кто вообще с принцессой лягушкой дружил? Белки. Короче, белочка мне это не нужна. Дорогой. Опять мне пишут взрослые женщины, а не молодые царевны. Да что ты будешь делать-то? Здравствуй. Зачем пожаловали ко мне? Так а для чего ж тут еще сидят? Смешной такой. Я ищу себе молодую невесту, чтобы увести ее в свое царство. Меня увези. Принцессу молодую ищу. Как еще-то и намекнуть этой женщине? Нашел бабушку. Поиски закончены. Нет, я продолжу их. Давай побеседуем с тобой. У меня снега насыпало по пояс, а убирать самой тяжеловато. Вы тут сидите, чтобы найти, кто будет вам снег убирать? Да, если бы тут так можно было. Я бы была не против. Еще мужика рукастого. Одно одиноко. Дети уже внуков нарожали, выросли. У них своя жизнь. Кстати, у нее есть фотография с молодой девушкой. И это явно не ее дочка. Получается, это внучка. Внучка? Сколько лет вашей внучке? 23 года. Взрослая уже. Умница, красавица, хозяйственная. Вот только никак замуж не выйдет. Ну, с этим-то я могу помочь. Но это мы можем исправить. У тебя сын есть? Нет. Я подумала, хочешь с кем-то познакомиться. Ну, есть один кандидат. Хочу. Кто же? Хороший парень? Ну, я бы сказал, самый лучший, самый прекрасный вариант ее жизни. Конечно, хороший. Богатый, умный, спортивный. Такие нам нужны. О, ну, наконец-то. Держите, это я.
Что за Что смешного? Самовлюбленный ты, однако. Моей внучке пенсионера не надо. А то раньше ее помрет, а правнуков так и не дождусь. Ну, за это ты можешь не переживать. Я бессмертный. Смерть моя в игле. Да знаю я эту сказку. Игла в яйце, яйцо в утке. Яйцо свое береги. Да что ж ты будешь делать-то? Что же все так за мое яйцо-то переживают? Да что ж вы все так за мое яйцо переживаете? А как еще? Вот будем мы с тобой жить, свое яйцо мне отдашь. И будешь как шелковый. А кси, женщина, не отдам я тебе свое яйцо. Никакого моего яйца ты не получишь. Ой, ты такой. Давай, дурь уже из головы выбивай. И по возрасту даму ищи. Я, видишь, чувством юмора тебе подхожу. Ничего, ты ко мне не подходишь, мне царевна нужна. Нет, вы мне не подходите. Подхожу еще как. Хватит нос воротить. Я, наоборот, люблю мужиков с чувством юмора. Девочка, она прям клеит меня. Прям клеится, безбожно. Я владыка тьмы. Да хоть кто. Давай поговорим по видеосвязи. Так, стоп. Невеста должна бежать, а я догонять. Не наоборот. Где охота моя? Так неинтересно. Она сама идет в руки. Она меня берет в руки, а не то, что идет. Ну куда ты молодым? Они даже твой юмор не поймут. Скажут, сбрендил на старости лет. Она принуждает меня. Помогите. Ты чё? Перезвони мне. Охренеть, навязчивая. Абонент недоступен. Перезвоните никогда. Что-то мне сегодня не везет. Ква-ква у нас получилось. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. По крайней мере, я хотела просто поднять вам новогоднее настроение и немножко окунуть вас в сказки, которые мы с вами в детстве смотрели. Я, готовясь к этому ролику, пересмотрела сказку про царевну лягушку. Такая ностальгия прям лютая. Тоже вам советую, окунетесь прямо в детство. Время Райтман-боксов! Покажу сначала, что здесь. У меня еще коробка, которая 3 раза больше, чем этот пакет. Давайте покажу первый подарок, который войдет в Райтман-бокс. 10 палеток теней профессиональной косметики, очень крутой косметики. В общем, здесь 5 с одним цветом, 5 с другим. Не нашла все 10 с одним цветом. Предлагаю 2 раскрыть. Думаю, я аккуратно. Думаю, никто против не будет, просто показать, чтобы. Надо как-нибудь так, чтобы я потом в эту пленочку обратно все запихала. Все засвечено, офигенно. Вот это красота. Такая вот классная коробочка. Очень красивая палетка. Смотрите, сколько тут всех возможных оттенков. Давайте второй вариант покажу. Вот это первый запомнили. И в каждом декабрьском видео я буду показать вам по одному подарку, который будет входить в Райтман Бокс. Какая красота, девочки, мальчики. Многие спрашивают, что нужно для того, чтобы выиграть этот Райтман Бокс. На самом деле ничего, просто быть подписанным на мой канал, на мой YouTube канал, потому что это конкурс только для моих подписчиков. И ближе к концу декабря в каком-то видео, возможно, именно которое выйдет 31 декабря, я объявлю рандомным образом 10 победителей, и они получат от меня Райтман боксы. Какая-то жар-птица, да, вот прям вот все сказочное. Не зря я сегодня решила показать именно такие подарки. Готовы? Так, увеличим. Красота. Так. Ну не красота ли, девочки? Посмотрите, как здорово, как супер, как классно, да? В общем, вот такие вот палетки. Кому-то достанутся такие, кому-то такие. Пятерым такие, пятерым такие. Многие спрашивали, а что делать, если победит мальчик? Если победит мальчик, то либо он получит Райтман бокс, возможно, он захочет, там, не знаю, своей девушке, либо маме, либо еще кому-то предложить, подарить. Либо он может отказаться от Райтман бокса, я разыграю его уже в Телеграм, а взамен мальчику подарю, короче, отдельный бокс соберу для парней, если они выиграют. Так что никто не в обиде будет. Теперь надо аккуратно закрыть. Офигенные, да, палеточки? Я тестировала их в магазине «Пигментация». Очень здорово, прям супер. Я вас благодарю за просмотр, всем спасибо. А, подождите! Кощей, можешь хотя бы напоследок меня превратить в прекрасную Василису? Прекрасную. Да. Ну ладно. Побывав на этом сайте, я понял, что ты не худшая женщина в моей жизни. Ква-ква-ква-ква. Ой, спасибо, угодила. Тут как-то негоже в том виде напоследок Как это сложно мне дается. Предстать перед зрителем. Буду вот такой вот красивенькой. Ну что ж, ребят, я благодарю вас за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Впереди вас ждет еще куча новогодних роликов. Вы календарь видели, да? Вы знаете уже даты, когда они будут выходить. Если вы одиноки, то не горюйте по этому поводу. Радуйтесь, что вы не жена Кощея. Тебя что, опять жабу превратить? Ой, Кощей, ты уже стареешь. Одним и тем же пугаешь, даже скучно. Фантазии никакой у тебя. Ладненько, я благодарю вас за просмотр. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Люблю, целую, обнимаю и пока! Не смог я сегодня найти себе молодых красавиц и царевн. Нашел
женщин и бабушек. Печально. Придется возвращаться в свое царство, а потом я похищу тебя. Всем спасибо за просмотр. Было приятно, что вы так долго находились со мной и смотрели до этого самого момента. Благодарю. Люблю, обнимаю. Похищу. Пока.